Ребят, всем привет! Донат-сервис, Вов-донат, ребят, от Сурового рекомендую. Цены, ребят, посмотрите, очень привлекательные. Есть розыгрыш. Подписываемся на канал, ребят, покупаем через Вов-донат и участвуем в акции. Ссылка в описании, цены более чем приемлемые. Заходите. Сервис проверенный, поэтому рекомендую. Так, у нас последний день сражений, топ-10 пишет. Оборона никакущая все дни стоит. Одно поражение у нас, помним, было. Красный центр делает ожоги, да? Так, взял против красного центра горгули, они не горят. Поэтому, может быть, зайдет. Ну, кристалл с пулу 5. Ну, взорвем сразу. И она уклоняться не умеет. Смотри, ее Кэдмон подхилил, да? Сволочь. Бьем. Так, прикольно. По 400 по бокам вжарил. Кристалл. Ох, еще желтый. Блин, деда зарядят, да? А, не-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 не, стоять. Все четко. Все четенько. Оп. Пустота. Пустота. Так. Зеленый кристалл. Ну, я тормозну, наверное, вот так сделаю. Урон какой-никакой. Блин, зеленый взорвать, походу, придется. Или вот так желтенький дозарядим. Так, горгули, давай, работай сюда. Ты, блин, чуть не дозарядил, да? Сюда стоп. Стоп, машина. Себе оставил. Сюда так сделаем, горгулья. Готово. Оно на боль добьешь, кстати, она же бить умеет. Когда бонусов нет никаких. Давай. Добила. Свои 43 копейки внесла. Синий центр. И опять поджиг. Вообще идеально. Миньонов сюда брать все равно нельзя. Кексик ворует их. Идем тем же Dream Team. Ну, тут поинтереснее уже будет. Ну, давай поляну будем наваливать. Четверый из ниоткуда, да? Вдруг откуда ни возьмись появился. Много камней появилось. На углу стоял прохожий. Вдруг откуда ни возьмись. Песни, знаете, такие. Че-то я вспомнил. Добьем мы его, да? Не дать им, ему святой, святую переброску этого недуга. Ну, ладно, что. Так, три камня мне надо, да? Так, вот три камня. Вообще, как по заказу все у меня вылетают тут. Парянка радует. Не может не радовать. Вот так. А кексик решил уклониться как следует, да? Ладно, кексик. Держи пока что. Ага. Ну давайте я хильну, короче, сниму с них все. Так и быть. Чему быть, тому не миновать, того не миновать, так? Умер. Пал храбрым. Бойцом только ни разу не ударил. Так. Ну, блин, поляна, да? Вообще не я играю, опять скажете.
Что-то блогеров глянул, разбились, и я думал, все по 25 шотов делают. Нет. Не у всех масть идет. Так, это кто такой? Минус 35. Ух ты. Бронерез вспомнил, да? Гармека, 100 лет не видел. Варвар. Регулярки, короче, смотрите, голимые. С костюмами. Чтоб зеленых побольше. Деда, может? Или Гензель? Эту броню атаку вернуть может Марсель. Все остальное не докачано. А то как атаку возвращать будем? Погнали. Зеленый кристалл. 5. Угу. А взрывать или не взрывать, это уже другой вопрос. Ладно, прокинем так. Прокинем вот так. Замедло кому-то дали или что? Или я хотел дать? А Гензель я не взял, мне этого всего мало, короче. Херня получилась, ребят. Отвратительная. Ладно, давай, короче. Разберемся. Как-нибудь вот так вот, может. Да, снесло. Так, а это он у меня броню, что ли, режет, да? А, это я ему броню режу, а себе атаку возвращаю. Так вообще пойдет. Ну, не добили. Ну ладно. Ладно, я хильнусь. Зелеными добьешь? Добил. Тихо, тихо, тихо. И раз. Два. Легчайший опять, да? Три. Четыре. Пять. Вышел зайчик погулять. Ну давай добьем. И горгулья, попади, а то уклоняется, да? Попали, ребят. Камни не шевелятся. Так, к сражению. А что-то одно и то же, да, началось, смотрите. Как это работает? Так. Пошли воевать. Так, 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 так. Ну все. Закончились камешки. Нормально мы поиск начали. Такой солидный произвели. Много камней ушло. Но нет. Маловато будет. Зеленых нет, фиолетовых. Ну давайте по центру вот так швырну. Ага, желтые нашли. Радует нас. Сюда все это отправим. Блин, сколько? 64. Замедло стоит, блин. Проберем ли мы, а? Еле-еле добили. Опасно было. Так, еще прокинем. Так, хильнемся, наверное, вот так. Раз. Так, на себе оставил. Маловато это, конечно, ты на себе оставил. А, нет, снесли, нормально. Так, эту зарядили. Вообще пойдет. Урона, конечно, мало горгулья даст. Ладно.
Поищем камни, ребят, пока живем. Так, сколько под бафом даст? 700. Нормально дала. Так. Ферантика хочу попробовать. Мне человек написал, нужно брать Кириллов, который без костюма, самый первый, обычный. Он теперь по таланту уже все снимает, там все эти гадости их. Приколюхи их. Так. То есть камешки летят и камнями прям снимает. Поэтому идеально получается. Так, погнали. Все, он теперь на себе будет оставлять, да, это все. Бульк. Ну да, утка, конечно, максимально имбовая. Поймаешь, играть ей гораздо интересней. Какие-то хоть маневры есть там, так скажем. Время резину тянет хорошо. Так, и лисю, которая подавление делает, да? Вот это им просто и наипрекраснейшая херня. Здесь я возьму больше Риграда, короче. Чем кого-либо и еще кого. Погнали, короче, что-то собралось с того, что было. Последний бой. С чего открыться? С большого вывода камней, наверное, надо открыться. Выводок камней. Еще надо желтых. Мало это. Ну, давай снизу желтый еще вот тут приедь. Нет, не приехала. Теперь надо бояться, ребят. Дела дрянь. Теперь надо фиолетовый, наверное, собирать. Тут погнали. Блин, четверку надо будет фиол где-то найти. Давай здесь поищем четверку фиол. Нету. Еще поищем. Четверка пришла. Но подавление на нас сейчас кинут. Да зарядили, блин, загорелась, а она ходит таки, а? Снесла еще 650 дала, ни хрена себе больно как. Тычки за небесные, конечно. Что не в себя вообще лупит. Так, а что делать-то? Ну, нам лисю страшнее, наверное, всего. В нее будем кидать. Но по классу, ладно, хоть не уклоняется там. Можно жить, так скажем. Блин, зря убил я ее. Так. Тихо, тихо, Кирилла, не апайте, а. Трах тебе, дох тебе, дох. Так. Ну, пошла утка, да? Так, опять хильнул кто-то. Камни считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь желтых камней. Нам на 8. Не канает это. Джунаид будет ходить. Давайте тут прокинем. Не туда вообще. Хилимся, ладно. Ладно, бог с ним. Давай прокинем вот так. Зря. Фиолетики. Рикардо, давай. Желтые, сейчас будем заряжать. Так, желтые. Опять броня, блин.
Что делать, не знаю, ребят. Так, давай. Джуны это будем пробовать сносить. 677. Нормально, кстати, ударили. Ну, давай тут. Да не надо в Кирилла, а. Все, тут ничего не шевелится. Один ход на поле вот этот, больше нету. Оп, синий нашли. Зарядили. Оп, джунаиду отдали. Но под джунаидом бросать нечего. Так, один в пустоту фиол зарядится. Тычка будет на 400, она не должна сунуть ведь. Давай, джунаид, сейчас зарядись. Так. Теперь хилимся. Как победить-то вас, а? Вот так. Слишком больной урон, я не могу его на себя принимать. Так, Кириллу дали. Ну, наверное, я буду вот так, чтобы желтый потом собрать. Джунаиду отдал, да? Мне под хил больше нужен, ребят. Фиол будем брать. Она тормозит ману, да? Или что, почему не хватило? Ладно. Блин, не вывожу, ребята. А может, еще и вывожу пока. Так, еще ходим. Зря, конечно, я прожал всех. Четыре минуты, да? Зря всех прожал. Все, тычки полетели. Добивают, блин. Опять пришел этот камень пришел. Ну давайте хильнемся. Да прям Кирилла блокирнем в баню его. Камни просто ниоткуда, да, пришли. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь камней. Не знаю, ладно, выкину, короче. Так, еще пришли. Бьет. Живем. Хильнемся, давайте. Сюда ударим. Так. Тут погнали. Ребята, так что, вывозим, короче. Фу. Закончили вообще имбовенько, да? Топ-1, оборона никакая, одно поражение было в атаке. 5168 только. Вот тебе и оборона, блин, обида. Обида, конечно. Так бы был в лидерах. Ну вот тут, смотрите, хоть к этому даже в центре. Что ж поделать. По крайней мере, в атаке не посрамили отечество. Все, ребят, удачи. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал, на YouTube-канал. Всем удачи. Пока-пока.